Я только что прочитала удивительную историю про постой великана.
зверя. Я знаю. Ты точно не пропустишь ни одного зверя. И девушки, кстати. Это правда, Лифу. Я остановил свой выбор. На ней. Дочь изобретателя? Именно она. На этой счастливице я и женюсь. Но она же... Красивейшая девушка в городе. Я знаю, но... И поэтому она лучше всех. А разве я не достоин лучше? Да, я и говорю, ты достоин самой... Здравствуй, Бель. Бонжур, Гастон. Гастон! Отдай, пожалуйста, книжку. Как ты это читаешь? Здесь же нет картин. У некоторых людей есть воображение. Бель... Тебе пора отвлечься от книг и посмотреть на более важные вещи. Например, на меня. Об этом говорит весь город. Чтение не годится для женщин. Они от этого думать начинают. Гастон, да ты какой-то дикарь, честное слово. Ну, спасибо, Бель. Не хочешь ли прогуляться со мной? Да так я не взглянуть на мои трофеи. Может, в другой раз? Да что с ней? Сумасшедшая! Прелесть! Гастон, пожалуйста, мне нужно идти помочь этому безумцу! Да ему нужна помощь врача! Не говори так о моем отце! Да, не говори так о ее отце! Да, не говори так о ее отце! Мой отец не сумасшедший! Он гений! Как же это все, черт возьми, произошло? Ты в порядке? Я, пожалуй, брошу возиться с этой рухлядью. Ты всегда так говоришь. Сейчас я говорю серьезно. Мне никогда не заставить эту штуку работать. Ты заставишь. Заставишь и выиграешь главный приз на завтрашний ярмарке. И станешь всемирно известным изобретателем. Ты правда в это веришь? И всегда верю. Ну, так чего же мы ждем? Я в два счета налажу эту штуку. Так, сейчас. А как ты провела день в городе? Взяла новую книгу. Папа, а я правда странная? Моя дочь странная? С чего ты это взяла? Я не знаю. Я буду нахожусь на своем месте. Здесь даже поговорить не с кем. А как же Гастон? Он красивый парень. Верно. Красивый. И грубый, и самонадеянный. Папа, ты же знаешь, он не для меня. Ну, не переживай. Потому что мое изобретение откроет нам путь в новую жизнь. Так, кажется, готово. Сейчас попробуем. Работает! И правда работает! Ты сделала это! Ты правда сделал это! Собирай вещи! Я еду на ярмарку! Пока, папа! Пока, Бен! Береги себя, пока я не вернусь! Пока! Пока! Thank you.
О, месье, добро пожаловать! Кто это сказал? Мы здесь! Где? Алло! Невероятно! Ты своего добился, Люмьер! Замечательно! Просто прекрасно! Как дальше? Как это сделано? Да хватит! Это должно быть закрыто, если вы не против! Я прошу прощения, просто раньше никогда не видел говорящих часов! Месье, вы промокли до нитки. Идемте, согрейтесь. Нет, нет, еще раз нет. Это плохая идея. Ты знаешь, что сделает с нами наш хозяин? Это что, его кресло? Только не это. Я этого не вижу. Привет, малыш. Какой сервис. Ладно, все это просто слишком далеко зашло. Хотите горячего чая, месье? Он вас мигом согреет. Никакого чая, нельзя чая. Мама, ему щекочется. Щекочется? Бережь. Бережь, шушой! Хозяин, я все объясню! Этот гражданин просто заблудился! Хозяин, я довожу до вас, что свинья, что я был категорически против, да не виноват, я сидел все... Что ты? Что ты тут делаешь? Я заблудился в лесу. Ты нежеланный гость! Извините. На что ты уставился? Ни на что. Ты, значит, пришел поглазеть на чудовище? Нет, прошу, я искал ночлег. Здесь ты его и найдешь. Пожалуйста, нет. Ушли! Она не врет, да пусть войнушка отвалится, не врет, он деревушка!
Ты видел? Я вижу, что это девушка. Девушка, которую мы ждем. Я понял. Подожди, подожди! Эй! Кто здесь? Я уверена, что тут кто-то был. Фэй! Папа! Как ты меня нашла? Что случилось? Да у тебя руки как лед. Тебя нужно освободить. Нет времени объяснять. Ты должна идти отсюда. Скорей! Нет, я тебя здесь не оставлю. Что случилось? Что ты тут делаешь? Беги! Кто здесь? Кто вы? Хозяин этого замка! Я пришла за своим отцом. Он болен. Пожалуйста, выпустите его. Он мой пленник. Но он же умрет. Он не должен был вторгаться сюда. Должен же быть хоть какой-то выход. Стой! Оставь лучше меня. Тебя? Вместо него? Нет, ты не знаешь, что делаешь. Если я соглашусь, ты выпустишь его? Да, но ты здесь останешься навсегда. Выйди на свет. Нет, Бет, я тебе не позволю. Я даю слово. Ладно. Нет, Бет, я старик. Я уже прожил свою жизнь. Нет, стой, подождите. Бет, подождите, папа. Бет, отпустите меня. Папа, нет. Бет. Подождите, пожалуйста. Лучше забыть о ней. Папа, отец, нет. Берите его домой. Нет. Нет, нет. Пожалуйста. Пожалуйста. Хозяин. Что? Я подумал, если девушка здесь пройдет некоторое время, может, вы дадите ей более удобную комнату. Что? А возможно и нет. Ты даже не дал мне с ним проститься. А ведь я его больше не увижу. Не увижу никогда. Ладно. Пойдем в твою комнату. В мою комнату? Я думал... Ты хочешь остаться в башне? Нет. Тогда пойдем. Скажите ей что-нибудь. Здесь. Теперь твой дом. Так что, ходи где хочешь, но не в западном крыле. А что в западном крыле? Запрещено! Если понадобятся мои слуги, о тебе позаботятся. Обед пригласите! Ты пообедаешь со мной! И это не просьба! Печален и грустен на стол, где твой рассказ из песен.
отвратительное чудовище! А большое оно! С безобразной мордой! Да, с безобразной! С острыми клыками! Да, вы положите мне! Конечно, Морис! Мы тебе поможем! Правда? Спасибо! Отличная работа, девочки! Я покажу ему еще раз, честно!
пойти. Как? Почему так долго? Где она? Пытайтесь проявить терпение. Девушка потеряла отца и свободу, и все в один день. Хозяин, а вы не думали, что эта девушка снимет с нас заклятие? Конечно, думал. Я же не дурак. Хорошо. Вы влюбитесь в нее, она в вас, и вух! Чары исчезли. Мы снова станем людьми. Не все так просто, Люмье. На это нужно время. Но ведь роза уже увядает. Это бесполезно. Она такая красивая. А я? Видите меня? А вы помогите увидеть вас нечто иное. Но я не знаю, как. Ну, вам надо выглядеть более представительно. Распрямитесь. Не забывайте о манерах. Когда она войдет, приветствуйте ее улыбкой. Ну же, улыбнитесь. Я думаю, не стоит пугать бедняжку. Покорите своим остроумием! Но не будьте резки. Осыпьте комплиментами. Будьте искренними. И кроме того, сдерживайте свой характер. А! Вот она. Добрый вечер. Где она? Она... О, девушка. Ну, в общем-то, она в процессе. Обстоятельства сложились так, что... Ну! Она не придет. Что? Ты выйдешь пообедать? Я не голодна. Я сейчас сломаю дверь. Хозяин, я могу и ошибаться, но это вряд ли лучший путь к сердцу молодой девушки. Не забывайте о манерах. Но она такая упрямая. Огромное удовольствие, если пообедаешь со мной. А пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо, нет. Так умри с голоду. Или она будет здесь со мной, или вообще не будет. Ой-ой, как все неудачно вышло. Так, Люмье, сторожу двери и сообщи, если появится хоть малейший шанс. Есть мой капитан? Но мы пойдем вниз, займем всю лодку. Я ее пригласил на обед, но она не хочет. Я что, должен валяться у нее под ногами? Покажи ее. Хотя не такой уж дурной. Просто ты его плохо знаешь. Почему бы не дать ему шанс? Я не хочу его узнавать. Не хочу иметь с ним дело. Если не звучит музыка. Музыка! Машина!
заколдованный. Ты сказал. Я сама догадалась. Вот бы все осмотреть, если можно. О, небольшая экскурсия. Это не совсем хорошая идея. Ей нельзя заглядывать в некоторые места, если ты понимаешь, о чем я. Может быть, вы мне покажете? Я уверена, что вы знаете об этом замке абсолютно все. Я? Ну, вообще-то знаю. Пройдем. Как вы видите, все до фасад сняли, чтобы обнаружить минималистический стиль рококо. Обратите внимание на сводчатые потолки. Они выполнены в позднем классическом периоде барокко. И как я всегда говорю, раз это не барокко, зачем ремонт? Так, о чем это я? Отставим. А теперь я хотел бы обратить ваше внимание на этот мозаик. Куда вы видите? А что там? В западном крыле абсолютно ничего нет. Очень скучно. А, так это западное крыло. Ну и сказал. Может, мадемуазель хочет посмотреть что-нибудь еще? У нас есть прекрасные гобелены. Потом посмотрю. Может, сады или наша библиотека? Здесь есть библиотека? Да, есть, конечно. И книги? Масса книг. Горы книг. Водопады книг. Леса книг. Ливни. Ручьи. Болото. Все писатели, все жадные. Все, что вы только захотите. Только пальцем щелкни, все появится тоже.
спокойно. Не больно! Сиди спокойно, и не будет так больно. Если бы ты никуда не убежала, ничего бы не случилось бы. Если бы ты меня не напугал, я бы не убежала. А ты не должна была туда ходить. А ты должен унять свой характер. Не рычи. Между прочим, спасибо. Ты спас мне жизнь. Не за что. Я обычно не выхожу из дома посреди ночи ради умалишок. Но мне сказали, ты в долгу не останешься. Теперь я слушаю. Дело вот в чем. Я всем сердцем хочу жениться на Бэй, но ее надо подтолкнуть. Она ему сказала. Все знают, что ее отец полный псих. Сегодня он приедал каком-то чудовищем в замке. Борись безвреден. Дело в том, что Бэй сделает все, чтобы ее отца не держали в секрете. Ага, даже выйдет за него. Ты хочешь заточить ее отца в психушку, чтобы выйти за нее? О, как низко и плотно! Мне нравится? Так, если мне никто не поможет, тогда я пойду туда один. Да, я пойду туда один! Как ласково!
нужный момент. Вы признаетесь в любви? Я очень боюсь признаться. Вы боитесь испугать ее? Конечно, да. Ну, тогда надо сказать ей что-то такое. Что? Вы видите так... Глупо! Нет, я нечто иное имел в виду. Скорее, чуть-чуть не в себе. Барышня ожидает. Можешь заглянуть в прошлое и вспомнить обо мне.
ваше высочество, я должен признаться, что все идет просто головокружительно. Я знал, что это вас есть. Я всегда... Я отпустил ее. Да-да, при вас... Вы что? Ну неужели вы это сделали? Да, сделал. Ну объясните, зачем? Просто я ее люблю. Ушла? Не может быть! Он так изменился! Он наконец-то понял, что такое любовь! Так значит, заклятие будет снято? И мы снова стоим людьми? Этого недостаточно! Она тоже должна полюбить его! Но теперь уже поздно!
Thank you.
следовало уходить. Может быть, и хорошо, что мы последний раз видимся. Нет, не говори. Все будет хорошо. Ты поправишься. И мы вместе. Нет, пожалуйста. Нет, не покидай меня. Я первый сказал.